Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Рада, что вы открыли это видео. Сегодня оно будет немного необычное, немного не в тему моего канала, но я хочу поделиться с вами тем, как я сделала букет из конфет. Цветы, конечно, тоже красивый подарок, но если сделать вот такой букет конфет, это очень необычно, и тем более, если вы идете на праздник какому-то сладкоежке, то, скорее всего, этот букет будет намного приятнее, чем просто цветочки. Все необходимое для букета я покупала в магазине Teddy. Я имею в виду бумагу, декорации всякие, банты, цветочки, которыми я также декорировала внутри букет. Все это необходимое я купила в магазине Teddy. По цвету вы можете выбрать любой, какой вам нравится. Я, к примеру, сочетала цвет капучино и для акцента добавила немного цветочков лаванды. Также в букет я поставила несколько кусочков лавандового цвета для того, чтобы букет был более такой разнообразный и более яркий. Свои действия я не буду комментировать на видео, потому что видео очень детальное, получилось даже довольно-таки длинное, я все показываю, все очень понятно, поэтому если вы хотите сделать такой же букет, вы можете просто посмотреть, и вам будет все понятно. Упаковка от конфеты Рошен очень хорошо вписывается потом в организацию дома. Я, к примеру, держу в таких коробочках чаи. У меня очень много таких коробочек, и я вот использую их как органайзер.
Хочу с вами поделиться несколькими деталями. Во-первых, для того, чтобы ваш букет хорошо был зафиксирован, не бойтесь добавлять чуть больше скотча, не бойтесь ставить побольше клея, потому что если вы этого не сделаете, когда вы поднимете букет, у вас просто все будет вываливаться. На видео я пишу параметры своего букета, но я смотрела также другие видео на YouTube, блогеры выставляли всякие букеты тоже, но, к сожалению, параметры у каждого индивидуально. К примеру, видео, которое я смотрела, женщина также делала вот такие конфеты Рошен, но, к сожалению, параметры, которые она там указала, мне не подходили. Возможно, у нее были конфеты чуть-чуть поменьше, я не знаю. Но, в общем, лучше всего перед тем, как вы что-то режете, перед тем, как вы что-то хотите добавить, лучше примерьте так, как вам это нужно.
Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также я буду рада, если вы напишите комментарий, поставите лайк и не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. На моем канале очень много интересных видео. Желаю вам хорошей продуктивной недели, мирного неба над головой и до новой встречи в новом видео. Пока-пока!